Москва, 2 Сен, Эрспорт. Россиянка Александра Панова проиграла румынке Монике Никулеску в матче первого круга открытого чемпионата США по теннису, общий призовой фонд которого составляет 42,3 миллиона долларов. Панова уступила Никулеску со счетом 6-7, 3-7, 7-5, 3-6. Матч продолжался 3 часа 18 минут. Никулеску во втором круге встретится с итальянкой Флавией Пенитой.